хоть и времени на гастролях особо нет, но я впервые в городе Старая Русса Новгородской области решил прогуляться по этому городу, хотя бы немножечко иметь представление, понимание, что он собой представляет. Говорят, множество церквей и так далее. Не знаю. Это спросить был кого-нибудь? Нет, люди по телефону разговаривают, не буду. В общем, иду по городу. Пока ничего примечательного и замечательного, интересного не наблюдаю. Ну, посмотрим. Смотрим. Курорт Старая Русса, 2 километра в ту сторону. Ну, видимо, поворот направо. И улица Восстания. Ну, 2 километра для бешеной собаки не трюк. Не знаю, посмотрим. Как дачник, вот просто не мог в Старой Руси пройти мимо вот такого интересного дворика с пальмами, с гортензиями, с заборчиком. Это ж крышки, да? Точно. Такое. О, интересный дворик. Классно. Ну, видите, хоть какую-то достопримечательность я уже посетил. Тоже люди стараются, молодцы, респект. И уважуха, как сейчас говорят, этому подъезду, этим людям или этому человеку. И тут немножечко тоже. По дороге снимаю указатели Парфина, холм. Пока мне эти названия ничего не говорят. Надо почитать, посмотреть. Если кто-то знает, напишите, объясните. Указатель на стелу «Город воинской славы». На самом деле, мои познания о Старой Руси ограничиваются тем, что здесь была, как сейчас принято говорить, дача Федора Михайловича Достоевского. Но это явно не она. И здесь минеральные целебные воды находятся. Так что водичка здесь не просто водичка, а целебная. А я не просто так ногу намочил сейчас на лужу. Я ее практически вылечил. Вот, иду дальше. Умудренные жизненным опытом коты Старой Руси. Киса, кис, ты куда идешь? Покажешь дорогу? Где тут местные достопримечательности? Кис, отстань, да? Даже не повернулся ко мне. Погода сегодня, ой, не лучшая. Пропускаю ни единой таблички, получается, так случайно. Администрация Старорусского района, Советская набережная, дом 1. Это туда. Значит, там набережная. Тоже интересно. Пойдемте. Двигаюсь по указателям. Усадьба Рушанина. Туда 1,5 километра. Ну, не так много. Попробуем. А рядом с набережной памятник архитектуры. Дом Кузнецовой. Последняя четверть 19 века. Охраняется государством. А там, видимо, набережная. Какие ивы шикарные. И река. Водичка темненькая. Вот. Набережная. Здесь промышленные здания. Попробую перейти на тот берег, посмотреть, что там. Взять и спросить у местных, где ближайшие достопримечательности. Извините, не подскажете, а что интересного в этом городе посмотреть? В какую сторону пойти? Я просто впервые здесь. Ну да, интересное посмотреть что-нибудь. Я просто впервые здесь. Ну да, интересное посмотреть что-нибудь. Вам интересно? Идти прямо. Куда? Да, а потом повернуть направо. Я не знаю, я сейчас здесь нахожусь. Где я нахожусь? У нас есть курорт. Нет, ну ближайшее, у меня всего час времени что-нибудь посмотреть. Военный музей у нас есть. Ну, потом... прямо направо, и куда я попаду, что там? У Орла перейдете на ту сторону и вернетесь обратно. Там есть музей военный. Орел, это название магазина или это местность? Орел. Орел. Все. Все. Ну, хорошо, спасибо. Вы сейчас идете прямо, потом да? Ага. Спасибо. Хорошо, спасибо. Ясно. Хорошо, спасибо большое. Ну вот, немножечко узнал. До Орла идем, если время позволит. Потому что организаторы могут позвонить, и все, и никуда не успел. Курорт Старая Русса. Прямо. Идем.
Ну вот, добежал до того самого орла, о котором мне говорила женщина. Ветром кепку сносит. Так, вот я, турист, подхожу и пытаюсь понять, выяснить. Ну, это, видимо, герб. Видимо. Ага. Читаем. Понятно. О том, что указ президента о присвоении Старой Руси почетного звания города воинской славы за мужество, стойкость и массовый героизм. Ну, здорово. Вот. Старая Руса, город воинской славы. Где-то там военный музей. Ну, отлично. Знаю, люби свою родину. Старая Русса, город воинской славы. Буду знать. Не ожидал, что захочется здесь включить камеру. Так атмосферненько. Под хвойничками стоят велосипеды. Стоят прикованные. А что тут за дверями? Там я видел стоматология. Может, учебное заведение какое-то? Неожиданно, не понял, кто здесь, но явно велосипедисты сюда приезжают. Интересно. Все-таки Старая Русса, город велогонщиков. Но. Везде. О, указатель. Музей. Все-таки, видимо, женщина этого орла имела в виду. Старой Руси. Подойдем поближе, прочтем, что за орел. Ух ты, павш доблестным. Сейчас попробую правильно прочитать. Вильманстранцам. Твердый знак. Вильманстранцам, павшим в боях русско-японской войны. Вильманстранский полк. Понятно. Вот почему здесь орел. Эх, жалко. Особо познакомиться с этим замечательным городом не удалось. Трудимся в Центре культуры Русич. Всем счастливо, всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Сегодня в Старой Руси.